Партнер проекта «Курорт Усть-Качка. Территория здоровья». Добрый день. Мобильные операторы в кризис становятся более внимательными к своим расходам. С 25 декабря Мегафон намерен увеличить в 3 раза абонентскую плату так называемым неактивным абонентам. Что это значит? Иметь несколько сим-карт для многих привычное дело. Теперь, если вы не пользовались ей в течение 1,5 месяца, с вашего счета будут списываться деньги – 15 рублей в день. Раньше мобильный оператор был менее скупым. Не звонить, не отправлять сообщения разрешалось в течение 3 месяца. Плата за неактивность была не более 5 рублей. Но клиент в любой момент может расторгнуть договор и получить назад деньги, которые были на балансе, говорят в Мегафоне. У остальных операторов сроки включения механизма абонентской платы для мертвых душ пока более длительные, и сама абонентская плата в несколько раз ниже. «Вымпелком» дает 91 день молчания, а после взимает по 5 рублей в сутки. МТС переводит абонента на тариф базовый с ежедневной платой в размере 3 рубля 30 копеек только в том случае, если он в течение 183 дней не пользуется платными услугами оператора. Т2 РТК Холдинг, бренд Теле2, начинает списывать 3 рубля в сутки спустя 120 дней после неактивности абонента. Чтобы сохранить свои деньги, если вы не планируете более пользоваться сим-картой, нужно обратиться в офис оператора и расторгнуть договор. Это правило денег.